Здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Иван. Мы продолжаем играть на сервере смотра МТА, все как всегда. И сегодня я вам покажу, как же можно попытаться в теории багнуть пожарников на X2. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Я вам еще в серии расскажу пару маленьких лайфхаков, как же удобнее работать на этой работе. Пожарник, устраиваемся на работу, все. Выключай, короче, мигалки. Ну, вырубился. Да я не попал. Куда бы поехать еще? Не засветить. F6 нажми, там посмотри. Куда? F6? Да. Получить актуальную информацию, да? Угу. Все, получил. А, вот. Да где? Ема, это в ЛВ ехать к этому. К ЖД вокзалу. Боком на КамАЗе, боком на КамАЗе, блядь. Стила обзвонит, трубку возьми. Ну да, сейчас просто на мост можешь заехать и заправиться. А, просто, да? Типа пофиг, да? Угу, тут так. Я понял. Смотрел, в принципе, что тут сказать. Так, F5 или F6, F6 заправить водой баки. А, нормально. Шланг чисто кинул вниз, да и все. Все, полностью заправлены, бомба. И ты можешь просто вот так аккуратненько тыкать на мышку. И что, типа, не будет тратиться. Не будет тратиться, ничего себе. Это смотрим. Нормально. И вообще, на первых ранках сколько можно заработать? Тут, я не знаю, может 600, чуть больше. Это смотри, что тушить там. Если деревню, понял, там все в одном месте просто, нижний левый там. Сейчас главное вот именно тот момент взять, именно хпшку, чтобы... Сразу X2 было. А, там еще по хп надо, да, типа? Ну, как-нибудь так надо сделать, чтобы, понял, X2 было. Я думал, типа, просто на тебя попасть надо, типа, или надо обязательно, типа, убивать. Вот это я уже не знаю. Вдруг сделал один раз, случайно прям, не получилось. Мне кажется, наверное, просто, чтобы вода попала на тебя, и все. Так, а что тут ничего не горит? Ты обнови, там, типа, проходит время, понял? А. Получаю. А, все. А, вон он тушит, падла. Конкуренция, блин. Ты шо, Вася? Он в пассиве, нет? Выйти отпиздить. А ты включи мигалку. Бля. Он что, тупой? А, это армия. Бля, я затупил. А что так быстро? Поехали, ладно, обратно. Давай. Начинаем опять. Чё он... Да. О, он потушил все, походу. Есть да. ВСФ? Все, есть, бомба вообще. Близко. Блять, стой. Стой. Я хочу это, мигалки. Какого фига они не врубаются? На русскую там. Подожди, нет? дай нас... Да не, он как прям сигнал врубает. Сейчас я звук добавлю. Угу. Ну, типа, они должны быть видны. Ну да. В баках нет воды. Зашибись. Спожарить с меня просто вот топовый. Далеко справа можно было. Да вижу. Во. Все. У меня же два предупреждения. А понял, я еще столько раз сигнал нажимал, что я еду, у меня просто литры просто уходят воды. Нихрена себе ты заехал. Бля, ну было бы красиво. Выворота просто нету, надо сошки подпилить. Будет норм. Так. Развал чуть. Да. Так они наоборот развал внутри, видишь? Ты, может, не знаешь, или знаешь, был такой раньше, короче, грузовик Татра назвал. Или не Татра. Или Татра. Татра вроде. Я сейчас скриншот просто, или фотку на экран добавлю. У него, короче, колеса так в бок, именно внутрь, снизу. А, типа, чем больше левел, тем меньше литров? Да, чем больше левел, тем меньше литров ты тратишь. Потом, типа, тебе больше денег дадут. Угу. Да, ты не, там не потушил. Да вроде тушил. Блин, такая дымовая завеса, это капец. Ты видишь, да? Да, чисто как будто шашку туда скинул. Булатов, Паша, привет, как дела? Все, ему дорогоньки были. Багаю, смотрю на бабки. А чё, кстати, по виду от первого лица? Никогда не смотрел? Ну, так себе. Это, конечно, тебе не рейдж. Спидометр не работает. Вот, мне кажется, вот этот будет самое то. Да, стой. Все. Вырубаю, так понимаю, да? Момент истины, пацаны, просто момент истины. Я горю. Бля, а тебе есть что-то покушать? У меня... Нет, бля. Все. Я сейчас тут недалеко буду. А что по звукам?
Музыка играет? Да, я первый раз слышу просто такое. Это смотра. Давно? Да, тут разные музыки, там, Фейса. Да? Лол, я вообще ни разу не слышал. Во, все. Давай, давай, давай. Раз, давай, давай, в огонёк прям. Я стою, я гоню. Да? Давай, раз, два, три. Чё? Не, нихера не работает. Вы уволены из пожарного департамента и потеряли всю... Нельзя поливать людей, вы получили предупреждение. Бля, надо еще раз. На огонек не попали. Садись. Да. Ты, походу, очень далеко был. Самое время анекдота. Это пожарное, да. Пожарьте мне картошки. Сука. Агентство неловких ситуаций. Привет просто. А с хрена ли у меня уже выговор один? Армения уже здесь или еще какой-то? Капец, а чё столько пожарников стало резко, чтобы на пожарниках? Типа? Это кто? Это у нас... Батон. Батон. МС Батон. Черный или белый? Хоть КамАЗ и старый, на дуло еще стоит. Психа. Неправильное использование СГУ. Я понял. Типа, ты заплатил 25 лямов, и тебе еще указывают. Это пиздец, реально. Я типа понял на ЭКХ, когда включаешь, а там нельзя включать. А. Это с Вью прям. Ну купил, хотел повыебываться, а чё, нельзя? Чип-чип-чип-чип-пи, да я к вам спешат, чип-чип-чип-пи, да я. Чел такой, понял, приходит, смотрит, если там выбивает падки или ещё где-то. Ой-ой-ой, КамАЗа сейвил. Да блин, а вот реально выворота не хватает. Так, настройку, опять что-то. Намутили они. Так. Лучше тут обнови, а то вон тот летит, батончик. Батончик. Мам, летит. Все, я прилетел. Так, давай что-то заработаем. Нормально, тушим, короче. Вот это говно, конечно, горит. Я не могу этот долбанный сральник потушить, что за фигня? Как горит говно, типа, ну так себе чувствуется. Я 500... О, наконец-то, 500 литров срал на него. Ебать, издалека прям хуяришь. Ну да. Еще есть, короче, бак с оружием. Еще с оружием. Капец. Угу. Там тоже прям прикольные баги. Ну там он типа рабочий 100%. Ну это да, уже там. Короче, скоро у нас будет 10 серий про баги МТА. Насмотрим МТА. А это вы узнаете в следующей серии, да. Я тоже хотел это сказать, но все-таки не сказал. Туда лучше не ехать, там тоже место багами. Тоже? Там очень сложно тушить. Нормально, справимся. Я лучший пожарник 2016 года. Медалька есть такая сладкая, шоколадная. А ты вообще пытался с другом это делать? Да, что-то тоже не получилось. Склонился. У него-то получилось прям, типа, понял, показывает мне экран. Я смотрю, что он где там катается. Чел прям заходит в кадр резко, короче, он начинает его тушить. У тебя нет ничего поесть? Нет, мне есть просто 416 окурков. Вот это я пожарник убираю, что лучше тут. Блять, то не включишь, то не выключишь. Все, вроде. Все, давай, за огонь, давай, за огонь. Давай, 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 я за ним быстрее тут. Блять, меня откинуло. Бля. К сожалению. Давай. А, все? У служебного, да. Вы получили предупреждение, вы уволены. Из-за предупреждения. Давай. Короче, сейчас в огне попробуем, а последний раз, если не получится, то уже будешь забегать, типа. Разрушители мифов. Конечно. Ой, зашел, кис был за голову, там нормально, кис за стол. Так, во, прям идеально, давай вот этот. Сначала. Давай, одну тушу. Вот эту, да, тушу. Блять, прям в огонь? Вся. Подожди, стой, прям в огонь, стой, я скажу. Вот, все, прям в огонь, внутрь. Ебать, вот. Быстрей. Давай. Давай. Блять, уйди. Погоди. Стой. Ладно, давай еще раз, да. Только стань немного дальше. Именно стань, а я не стой. Я могу дальше. Ну, я сейчас сам сдохну. Бля. Ничего. Обидно, такой контент теряю, блин, такой баг просто. А сейчас типа нас не получится. Пацан потом левый просто заходит с первого раза, такой на. Получи, распишитесь-то. Чё за фигня? Я столько походу сигналил, что у меня еще в чате пишут, типа, в багах нет воды. Из-за того, что я сигналил, походу. Во. Я еще такое не видел.
Ну вот, бах, мы, в принципе, засняли не на X2, но... Ну пойдёт. Да, беги сразу в огонь, я сразу буду тушить. Раз, два, три. Стой. Я умираю. Не вырубается эта херня. Давай. О, все вырубил. Умираю. Давай. Все, я уже... Я не успел. Что, не получилось? Сейчас я подъеду. Тебя же не уволили? А, все. Вы получили 3 предупреждения. Я просто лил. Меня все равно не уволили. Это какой раз уже? Около 4. Это пиздец. Может, он не работает, может, он за тебя зафотошопил, не знаю. Нет, вот, типа, понял, он кидает вот так телефон, и мы, типа, с ним общаемся, типа, я просто на экран смотрю, и оп, он как-то, типа, говорит, мне 2 раза дали. Да как? Может, тебе надо этим быть? Пожарить? Давай. Повыпендривайся, давай. Повернись, давай. Или на три хотя бы, давай. Раскачай, да. Во. На 3. На 2. Это кто? А там же 3. Вот, смотри. Во. Да, пендривался, да? Да. Снимаешь? Нет, блять, фотку. А, он меня уже догоняет, понял? Что-то не сказал, что-то забыл. Напиши, надо что-то подарить. Сейчас, да, я напишу. Напиши, типа, я подарил бис, я теперь с ним в роликах. Подари, понял? Подари. Ему. Бизнес. Деньги. Деньги. Бизнес. Бизнес. Нормально. Да ты заебёшь, блядь. Бидолага. Вот, прям хорошее место. Мне резко забегать. Резко забегай и резко... Стой, еще не забегай, Давай. Забегай. Прям внутрь, давай. Давай быстрее, дальше. Вот, все, давай. Давай! Блядь, давай, быстрее. Все, уйди, я уже это... Погнулся? Нет. Я утопил КамАЗ. Поработал. Мне, короче, дали не за то, что я тебя облил, а за мигалку. Да. Ой, за этот. Да, за мигалку. Я еще раз утопил КамАЗ. Так, что делать? Я сначала или ты сначала? Ну, давай, типа, я сразу туда захожу, прям в огонь. Ты просто льешь на меня. Давай. Мигалки. Сейчас. Я просто вырубаю, начинаю лить, и ты сразу забегаешь. Прям внутрь. Да, блин. Смотри. Все, короче, давай. Ближе стань, чтобы если что. Не, ближе, еще ближе. Вот. А ты умрешь, не? Короче, я сейчас на счет 3 начинаю лить, и ты сразу забегаешь. Давай. Раз, два, три. Ща. Нет. Что там? Давай, начинай, и я забегаю. Давай, стой там. Отойди. Так. Людей. Чё там? Типа, нельзя поливать людей. Один раз дали, да? 2 раза. Тебе 2 раза зарплату дали? Нет, типа, меня не уволили. А, ты еще работаешь? Да. Ближе. Мне за тебя ничего не... Ближе подъедь. Сколько? Один там? Раз. Может, не работает? На этом все, ребята. Вот так мы попытались багнуть пожарников, но у нас ничего не вышло. В принципе, заправочку мы вам дали. Мой собеседник СССР говорил, что это реально, так как его друг это сделал. Не знаю ли,
говорит он правду или нет, это дело решать вам. Можете попытаться, конечно, если у кого-то все-таки получится, можете закинуть мне этот видос в личку ВКонтакте, ссылочку в описании, и мы опубликуем обязательно с вашим участием видос. Если вы хотите вторую часть, как мы пытаемся багнуть пожарников, напишите это в комментарии. Ссылочка на беседу моих подписчиков в описании. Вступайте, не пожалеете. Ну, с вами был Айван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.